французская защита. Мы не можем осталось получить у нас против две нее партии хорошего варианта. Да, две партии до конца, друзья. 7,5 на 7,5. Попробуем снова пора вернуться собраться, к нашим работать. Ну, давайте опять пойдем. Он играет так. Окей. Мы пойдем так. Пойдем так. Шамиль, мы с вами уже играли этот тип позиции, только черным цветом. Ну, давайте так. Ставим коня d2. Я так понимаю, это какая-то... Кстати, можно сразу ферзь c2 пойти. Да. И проводим e4. Это сейчас филидоровский тип структуры. А, нет, e4, кстати. Интересно. Берет. Он так ходит, окей. Рокируемся. Так, это... ДЕ где-то можно. Это штука новая. Рокировка, ДЕ, конь e4, конь d5. Это как раз нормальные позиции. А как черным цветом идет что-то намного лучше, чем белым. Я белым как-то дебюта Шамиля вообще не смотрел. Не знаю, что он там... Не, давай-ка на базу слон. Ну, тут, наверное, отойду пока. Хотя... Ферзь c8 тоже любопытно. Давайте так попробуем. Не, слон не возвращается. Что нам придумать-то такое? Окей, если мы просто спрячем слона. Отступил Шамиль. Е5, может, он хочет уже пойти, чтобы там на слона не нападали. ДЕ. Давайте ДЕ, ладно, съедим. Так. И ладью сюда. Берем лошадкой. Ну, да, так, сюда. На D3 давлю, тут мне нравится уже защищаем. Позиция, друзья, здесь все отлично. Конь e4, ферзь e4, ну, конь d5, наверное, где-то логично пойти. Так и пойдем. Так, рокируется. Может, е5 потом. Хорошо. h6 полезный ход в таких структурах. е5 вроде можно. Сейчас будет переоценка ценностей. Наверное, слона на b7 где-то вернем. Хотя посмотрим. Раз Шамиль сюда идет. Он хочет уже где-то давить на е5. Конь f4 пока что не готово. Что мы имеем? У нас позиция давайте похуже. B5, ну, похоже, не значит проигрываем. У нас все крепко, слабости я не вижу. Сейчас мы переведем коня, может, слон f1 сыграем, конь e4 пойдем. Надо играть свои сильные схемы. Рискованная, если у нас какой-нибудь мощный удар, мог захватил, и пока не вижу, возможно, давайте так пойдем. Возможно, сейчас мне тут это аукнется. Пешка висит. Там будут. Ну, пофиг уже, надо идти до конца, раз начал. Слон h2 работает. Можем ли мы как-нибудь... Давайте... Правда, на конь b3 не вижу хода пока. Надо быстрее играть, а то как всегда получится. Повезло. Перекатали, партию проиграли. Не то чтобы мне это сильно помогло ход найти тут. F4 не готово, по ощущениям. Ладно, так, пока. Все, пошли. Сейчас прыгнем конем на c4, потом на d6. Тоже может, вариант. Нам повезет. Так, стоп, еще ферзем это есть. Такой есть ход. Этот ход... Прикольный. Хотя бы там вроде ничего не висит. Это приколюха. На связке. Это, кстати, угар. Ферзь b3, наверное, да. bc взяли. А сейчас тут все зависло. Все, конечно, подвисло. Этот угар в нашу пользу. Леди и джентльмены, чего не ждали, да? Да уж. А что, почему нету суперхода? Ладно, там конь против слона. А, сейчас будет. Раз сейчас нету, сейчас будет. Или так, да. Стабель, Мадюс, сюда, чтобы конем пойти, или сюда пойти, раб-пам-пам. Как защититься, я не знаю. Надо какой-то ход придумать срочно, чтобы устоять. Так, фокусируемся. Сильно много времени не тратить. Лучший ход, комбит e5. Правильно, Шамиль, думает, тупая башка. Куда деваться-то, друзья? Да, правильно. И с молодежью в эндшпиле. А я не хочу, не буду кушать кашку. 52, не знаю, немножко. Мне казалось, ему надо было бить кашку. И кашку. Я хочу d6. Это мое призвание. Покатаю. d6 это мое все. Ага. Только времени нет, надо ускориться. Слона надо менять. Подвязал пока слона. Я так думал до недавнего времени.
Да, подвязал, но не довязал. Ой-ой-ой. Контратаку, друзья, понесли. Конь g4. Довольно опасно у Шамиля. И он хочет ферзь d4 подсмыть. Блин, мне никак это особо не предотвратить. Нет, он не смыл. Тогда бью, им отставлю. А! Да, все, друзья, кажется, я сдулся. Позиция была так себе. Скажу честно. Я сдулся. Ух. Мат прилетает. Да, от мата еще и защиты нет. Перси так, матч мы слили. Да, повезло тут немного. Ну что, матч, друзья, 8,5, все-таки матч мы выиграли. 5,5 на 8,5. Хотя было нервозно, но сейчас будет последняя партия еще. У нас одна игра всего осталась. Последняя партия, друзья. И я даже не хочу анализировать эту партию. Понятное дело, что у нас была великолепная позиция, но я все равно проанализирую.